И сегодня в зале заседания Ярославского муниципалитета в рамках подготовки к депутатским слушаниям состоялось второе рабочее совещание по обсуждению основных параметров проектов муниципальных программ на 2018 год. Проще говоря, обсуждалась необходимость тех или иных расходов на социальный блок, вопросы поддержки жителей города, доступная среда, развитие спорта и культуры в Ярославле. Участие приняли городские депутаты, представители контрольно-счетной палаты, департамента финансов и структурных подразделений мэрии, которые являются разработчиками и исполнителями программ. Один из основных этапов подготовки к депутатским слушаниям, которые состоятся 7 сентября, это уже финишная прямая по подготовке бюджета города Ярославля. Мы эту процедуру проходим для того, чтобы вдумчиво, системно подготовиться к принятию бюджета города Ярославля как основного документа, по которому город будет жить в течение года.